Слава Украине, ребята! Привет от Полонского. Интересная ситуация сложилась на белорусско-литовской границе. Несмотря на то, что Европа предупреждала Русню, что въезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами на территорию Евросоюза запрещен. С сегодняшнего дня как раз запрещен. На границе с Литвой собралось там почти 2500 грузовиков. С Латвией, с Финляндией. Их никто не пускает. От слова вообще. И вот эта вся... Я не знаю, на что люди надеются, и почему они туда все-таки едут, и почему они свои грузовики туда гонят. Я понимаю, видимо... Нет, с другой стороны, понятно. Видимо, они собрали этот груз. Они же могли его везти откуда-то, откуда угодно. Там, с какой-то жуткой Костромы, там, еще чего-то такого-то, Владимира, еще что-нибудь такое. Я понимаю, что пока они добрались до границы, в принципе, прошло время, и они могли быть в дороге. Но... Мы живем в современном мире, где связь – это все, и, в принципе, могли бы позвонить с компанией и сказать, чтобы они не мучились. Но их послали на арапа. Авось. Авось, говорит, проскочите границу, авось там кто-то что-то, говорится, зевнет, и ты проедешь. Нет, никто никуда не проехал. Всех разворачивают, и все уезжают назад, не словно хлебавши. То есть, они сначала стоят в очереди, там чуть не, не знаю сколько дней, чтобы дойти до границы. А на границе им объявляют, что вот с такими вот номерами России, кстати, Беларуси тоже, дальше ехать уже нельзя. Вот так вот. Это и кается агрессия в Украине. Слава Украине!